Spotlight 2. Student's Book. Letter Blends. Exercise 1. Page 12. Listen and repeat. Sheep. Fish. Ship. Exercise 3, page 13. Listen and repeat. Chick. Cheese. Hello, everyone! Всем привет! Я продолжаю вести уроки по программе Spotlight 2. Spotlight – второй класс. И сегодня мы с вами на странице 12. Open your books. At page 12. Откройте учебники на странице 12. Letter blends. Letter blends. Буква сочетания. Exercise 1. Упражнение 1. И у Насти здесь с вами первая буква сочетания. Пожалуйста, запишите его себе в тетрадочку. Буковка S и буковка H, если они стоят рядышком, если они дружат, S и буковка H, то они нам с вами дают один звук. Пожалуйста, запишите себе. SH в транскрипции дают звук Ш. Ш. Он рисуется так, он похож на змею. На змею. Такая вытянутая, вытянутый звук. Ш. Похож на змею. Буковка S и буковка H нарисуйте себе. Дают звук «ш». Now, exercise 1, упражнение 1. Послушай слова и повтори их за диктором. Listen and repeat. Послушай и повтори. Конечно же, везде в этих словах будет встречаться новый звук «ш». Да? Пожалуйста, «sheep». «Sheep». Здесь SH в начале слова, да? И здесь звук Ш в начале. Sheep – овечка. Это слово овечка. Sheep. Я в описании видео вам дам ссылочку, чтобы вы обязательно дома послушали эти слова, пальчик поставили, послушали диктора и за ним повторили эти слова. Итак, первое слово sheep – овечка. Number two – второе слово, номер два. Fish. Fish. Здесь буква сочетания SH в самом конце и звук Ш на конце слова. Fish. Fish. Окей. Number three. Третье слово. Корабль. Ship. Ship. Здесь снова SH в начале. Ship. Итак, давайте повторим наш звук и три слова. Ш. Ш. Sheep, sheep, fish, fish, ship, ship. Слово овечка и слово корабль очень похожи. Просто здесь в серединке долгое и sheep, а здесь краткое и ship, ship. Окей. Exercise 2, упражнение 2. Нам нужно будет с вами вспомнить эти слова. Все эти слова у нас с вами были в теме English Alphabet, английский алфавит. Вот, пожалуйста, вернетесь на предыдущие странички, да? Задание такое. Запиши эти слова и потом отгадай, какое слово у нас здесь получится с вами. Окей, number two. Number one. Первое, ребята. What's this? Что это у нас? Давайте вспомним это слово, и вы его себе запишите в тетрадочку. What's this? Что это? Yes, it's a snake. Это змея. It's a snake. Запишите. Snake. Snake. Number two. Второе слово. What's this? Что это?
What's this? Yes, it's a horse. It's a horse. Number two, второе слово horse. Запишите его себе в тетрадочку. Horse. Horse. Лошадка. Number three. What's this? Что это? What's this? Yes, it's an egg. Egg. Яйцо. Запишите это слово. Egg. Number four. What's this? Что это за слово? What's this? Yes, it's a queen. Слово королева. Queen. Queen. Запишите его себе. Number five. What's this? Что это за слово? What's this? Что это? It's a pin. It's a pin. Pin – это у нас булавка, да? Ребята, кто догадался, какое слово у нас получилось? Yes, it's a sheep. Sheep – овечка. И, конечно, здесь у нас новый звук появляется. Ш, да? Как он рисуется, как змея. Да, выучите его. Звук ш. Окей. Page 13. Страница 13. Мы с вами переходим на страничку 13. И здесь у нас появляется еще одно буквосочетание. Буковка C и буковка H, если они стоят рядом, если они дружат, буква C и буква H, то произносить их надо, ребята, как один звук. Запишите, пожалуйста, себе в тетрадочку рядышком. Буква C и буква H, транскрипция, нарисуйте квадратные скобки, в них уже у нас живут звуки, звуки произносятся быстро. И буквы C и H дают двойной звук, он рисуется так, звук Т и звук новый, сегодня мы с вами его изучили, змея, это звук Ш. И если их произносить быстро, то у нас с вами будет звук Ч. Итак, ребята, учите этот двойной звук. Он состоит из двух звуков. Это звук ч, ч, ч. Вот это нужно произносить, ребята, буквосочетание как ч, как один звук, да, ч, ч. Выучите новый звук. Выучите вот этот звук ш, а вот это звук, ребята, ч. Итак, мы с вами сейчас рассмотрим упражнение 3. Exercise 3. Задание то же самое. Послушай и повтори. Listen and repeat. Обязательно пройдите по ссылочке и включите аудиофайл. Обязательно прослушайте, как вам по-английски произносят эти слова. Пальчик поставьте, посмотрите на слово и произнесите его вслед за диктором. Да, несколько раз можно прослушать. Итак, вспоминаем. Это звук чип, чип. Слова chick, chick, цыпленок, cheese, cheese, сыр. Еще раз, chick, chick, cheese, cheese. Окей, okay, that's right, хорошо. Здесь у нас с вами звук ч стоит в самом начале слов, да? Итак, это у нас, ребята, нужно читать, если эти две буковки рядышком, и они читаются и дают нам новый звук ч, чик, чиз. Выучите эти слова. И мы с вами переходим к последнему завершающему упражнению в этом уроке. Это упражнение 4, exercise 4. Какие картинки здесь в этих двух кружочках лишние, да? Но чтобы нам с вами отгадать лишнюю картинку, нужно вспомнить по-английски эти слова. Итак, это что за звук, ребята? Буковка CH рядом, это звук Ч. Ч. И вспоминаем слова. What's this? Что это за слово, ребята? Yes, it's a cat. Cat. What's this? It's a chick. Chick. What's this? Что это такое? It's a vest. Vest. What's this? It's cheese. Cheese. Ребята, вы уже догадались, какие два слова лишние? Верно. Здесь у нас два лишних слова. Слово cat, потому что в этом слове нет звука ч, да? Cat. И лишнее слово майка, это слово vest. Vest.
То есть, если вы себе в тетрадочку запишете эти четыре слова, вот эти два слова, да, можно будет зачеркнуть. Слово cat и слово vest. Они здесь лишние, потому что в них нету звука ч, не встречается звук ч, как в слове chick, как в слове cheese. Окей. И да, давайте с вами посмотрим второй кружочек. Что это за звук? Буковка S и буковка H вместе читаются как Ш. Помните звук змея? Ш. А какие слова здесь лишние? Давайте вспомним эти слова. What's this? Что это? It's a sheep. Овечка. It's a sheep. What's this? Яхта. It's a yacht. It's a yacht. What's this? Корабль. Что это за слово? It's a ship. It's a ship. Змея. Нам сегодня уже в уроке встречалось это слово. What's this? Что это за слово? It's a snake. It's a snake. Ребята, вы догадались, какие два слова лишние? Верно. Это слова yard. И это слово snake. В них не встречается звук ш. Да? А в словах. Вот они у нас были с вами. Давайте вспомним слово овечка. Sheep. Sheep. И в слове корабль. Ship. Ship. У нас встречается звук ш. Да, то есть у нас два слова лишние, где нет звука ш. Это слова yard и слово snake. Вы можете записать и их аккуратненько зачеркнуть. На сегодня все. До свидания. That's all for today. Goodbye. Letter blends. Exercise 1, page 12. Listen and repeat. Sheep. Fish. Ship. Exercise 3, page 13. Listen and repeat. Chick. Cheese.